Вот, смесь кислот, вату съел. Аккуратненько, так, так. Все благополучно, ничего не взрывается. Ну, ну и прям вымачиваю ее там, да. Да, да, можно прям полную. Они будут потихонечку... Вот, смотри, палочка прям дымит, ты зря ее вытащил. От нее прям дым идет. Угу, там прям шел. Вот, второй комочек пошел. Не, вот так и должно быть, судя по всему. Я бы ее там прям потыкал. Она уже, я думаю, не комком, прям тыкай ее вот так там, как бы растирай, типа того. Она очень хорошо горит там, да? Ага, ну я же и говорю, да, да, прекрасно, да. Бездымный порох. Не, она очень хорошо и быстро сгорает. Там прям. На пух и даже без пепла. А, да, это как раз она. Там вроде. Да, что это. Да, так как раз я видел, то, что там началось. Да. Очень пламенем, да, таким? А, а теперь нитрованная, которая была. Да. В смеси кислот, и потом она была высушена в течение, ну сколько там, 4 дня, что ли. Так, ножичек, чтобы почистить, да, есть? Так, сейчас посмотрим, хорошо ли она у нас пронитровалась. Ага. Кислота была ядреная. Ова. Ну, идеально, но... Да. Ну, быстро, во всяком случае. Ну, как... быстро, такая вспышка. Да. Можем еще? Давайте, почему бы нет. Ну, надо немножко, наверное, оставить, да, потомкам. А на зидание. Для тех, кого сегодня нет, она прям таким салютом. А, да. Разлетаешься. Ну, давайте, на счастье. Да. Сейчас, стой, погоди, 5 секунд. Да, загорается даже, не подносит. Бедная спиртовка. Ну, красиво. Да. Я немножко... Спасибо.